Здравствуйте, с вами Юра Хакер ТВ. Ну как, мы с вами давно не виделись, ребята. Вас, конечно, с 2001 годом сейчас. Сейчас я покажу вам решение одной маленькой-маленькой ошибки, которая случается с вылетанием какой-то службы. Вы не можете скачивать какие-то файлы с интернета. Вот, почему они не скачивают себя? Вот почему. Видите эту ошибку? И вот. Как решить вот эту ошибку с таким кодом? Смотрите, я покажу вам. Решение идет такое. Смотрите. Первое решение, ребята, у вас такое. Это открыть отсюда. А второе решение открыть компьютер и открыть из компьютера. Находим здесь службы. Да. Находим службу. Находим службы. В службах мы должны найти две буквочки GLD. Как они там называются-то, блин? Дайте мне вспомнить. Да. А, вот. Мы должны найти две W. Вот такие. И одну. Вот эту вот W вы должны открыть. Вот. Видите? Выключено. Стремительно ставим вот сюда включено. Нажимаем ОК, нажимаем перезапустить службу. Все. А сейчас все файлы, которые вы будете скачивать с интернета, они выскачаются. Все. Раз. Закрываем эту службу, идем дальше. Но еще я покажу, как решать некоторые ошибки с интернетом. Вот смотрите. У вас в интернете вылетают некоторые ублюдки. Можно открыть вот эту программу и решить вот эту проблему. Запускаем эту службу. Так, эта служба, подожди, запущена и не запущена. Блин. Да, запущена. Всё. Запомните, ребят, вот эта служба, вот DDTFLN. Она должна у вас быть запущена тут. Вот. Запускаем ее. Она скомительно запущена. Все. И запускаем ее обратно на карту. Вот так. Вот так, ребята, вы решите с того, что у вас перестанет просто вылетать некоторые сайты. Ну все. Кому я помог? С вами был Юра Хакер ТВ. Всем пока. Всем до свидания. Всем бай-бай.